Молодежному театру «Быть» обновленный космос презентовали сегодня губернатору Владимиру Якушеву и творческим коллективам театральной революции. Напомню, здание 65-го года постройки когда-то было кинотеатром. В прошлом году его передали в безвозмездное пользование молодежным театром. За 3 месяца помещение было отремонтировано. Заменили электропроводку, коммуникации, выровняли и покрасили стены. Большое внимание уделили сцене, которую сделали в формате Black Box. Всего из областного бюджета было выделено на реконструкцию более 8,5 миллионов рублей. Да, понравился. Я считаю, что за такой короткий промежуток времени то, что можно было в этом здании сделать, мне кажется, достаточно хорошее, удачное решение найдено, что позволяет сегодня, чтобы данный объект начал функционировать. Поэтому, ну, у меня хорошее впечатление. Ну, я думаю, что увидеть здесь можно будет. В театр я хожу, но, наверное, не так часто, как мне хотелось бы.